Константиновский рубль. Одна из редчайших российских монет. Изготовлена на Петербургском монетном дворе в ограниченном количестве экземпляров во время декабрьского междуцарствия 1825 года. Известно 5, по некоторым источникам 6 экземпляров с надписью на гурте и 3, возможно больше, с гладким гуртом. Рубль отчеканен из серебра массой 20,73 грамма. На аверсе монеты изображен профиль Константина Павловича. Легенда гласит, Божьей милостью Константин I, император и самодержавец всероссийский, 1825 год. На реверсе монеты государственный орел и легенда, рубль чистого серебра, 4 злотника, 21 доля. Текст надписи на гурте. Серебро 83, целых 1 третья пробы, 4 злотника, 82,14 доли. Рубль был отчеканен в связи со смертью императора Александра I и предполагавшимся вступлением на престол цесаревича Константина Павловича, который, как стало известно позднее, заблаговременно отрекся от престола. После провозглашения императором Николая I и последующего на другой день восстания декабристов пробные экземпляры монеты были по распоряжению министра финансов Е.Ф. Канрикина засекречены. 5 полностью готовых экземпляров монеты хранилось в специальном запечатанном ящике в архиве Министерства финансов в Петербурге вплоть до восшествия на престол Александра II. Некоторая часть рублей полуфабрикатов без гуртовой надписи еще в правлении Николая распространилась по коллекциям. Как думали в то время, после разграбления Бельведерского дворца Константина Павловича в Варшаве, в их число попал и рубль Шубурта. Незаконченная проба без гуртовой надписи с подлинных штемпелей. Его владелец генерал Ф.Ф. Шуберт сразу после смерти Николая, для которого тема константиновского рубля была запретной, опубликовал в 1857 году за границей свой нумизматический каталог, где фигурировал и этот таинственный рубль. Вскоре после этого появились первые подделки константиновского рубля, например, рубль Трубецкого, вероятно, изготовленные в 1860-х годах на Парижском монетном дворе для коллекционера Трубецкого. Изготовлены они были по гальванокопии, снятой с рубля Шуберта. В 1873 году во время дипломатической службы в Париже князь Трубецкой опубликовал брошюру о константиновском рубле. Она вышла тиражом в 40 нумерованных экземпляров и была известна только узким специалистам. На сегодня константиновский рубль является одной из самых редких и самых дорогих монет российской нумизматики. Он несколько раз появлялся на аукционе, и цена его составляет несколько сот тысяч долларов США. Мы же предлагаем вам купить отличную копию данной монеты за вполне умеренную цену. Копия выполнена методом штамповки и в витрине музея или же в альбоме мало чем отличается от оригинала монеты, хранящейся в Эрмитаже или в частных коллекциях. Данную копию вы видите на своих экранах. Добро пожаловать в интернет-магазин редких и уникальных монет и наград Российской империи по ссылке yarkoshop.com. Ссылку вы видите на экранах и найдете под нашим видео. Также много интересной информации с мира коллекционирования вы можете почерпнуть, посетив наш блог «Мир коллекционера» по ссылке coinsrussia.blogspot.com. Хотите получать свежие и интересные новости и видеообзоры? Подписывайтесь на наш канал в YouTube.